moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Ну и одна и другая команда показала здесь характер и вот бились. Ну а скажу за конечный результат. Конечно, контроль мяча, я думаю, что у нас получше был. Костулены, в общем-то, играли на контратаках. Отдавали территориальное преимущество нам. Здесь я смотрю, вот такого матча неожиданно. В резерве остались и Гросс, и Лука, и Калинков, и Гуштян, как бы игроки, которые, вводя в втором тайме, они заметно оживили игру. С чем связано то, что их оставили в запасе? Ну, это приоритет тренера, то есть он решает, во-первых. Во-вторых, это нормально, что есть ребята, которые где-то подуставшие, даже есть психологически, что-то не получается. И есть ротация, простая вещь. Нет каких-то таких других причин? Проблем нет. Нет. Единственное, кто стараемся, в общем-то, всем дать поиграть, но это не значит, они равноценные, поэтому и делается это. Что понравилось, что не понравилось, в принципе, мы решаем свою задачу. И остаться в высшей лиге, я говорил в предыдущей пресс-конференции, потихоньку нарабатывать или наигрывать состав. Вообще этот матч должен был быть и домашним для Кости Лень. А кто принял решение, что вот сыграть на поле Рапида? Ну, Рапида обратился провести матч на натуральном поле. Мы дали согласие. Ничего тут страшного нет, мне кажется. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.